Алматинского педофила, который приставал к школьницам в туалете торгового центра, приговорили к максимальному сроку. Ближайшие 10 лет он проведет в колонии под усиленным надзором. Оказалось, 32-летний уроженец Актюбинской области уже был ранее судим за развращение малолетнего. Данное наказание является максимальным по указанной статье. Судом установлено, что он совершил развратные действия без применения насилия. Все произошло в мае прошлого года в одном из крупнейших торговых центров города. 32-летний мужчина приставал к 8-летним школьницам. Сначала он показывал девочкам порно-ролики, а после и вовсе зашел за ними в туалет. Одна из потерпевших сумела выбежать и позвать на помощь. Извращенца задержали охранники, а после передали его полиции.